Иисус, он был еврей. И как говорится у евреев, что два еврея должны в трех синагогах, им надо построить три синагоги. Одну, которую он ходит, вторую, которую другой ходит, а третью, которую он вообще не ходит. И вот они не поделились, и Иисус построил свое течение. И не договорились с евреями, которые большинство его не приняло. Большинство. Он сказал, я открою свою синагогу, я умею. Все были каббалисты, он был огромный каббалист, он был, значит, ученик большого каббалиста. И вот он сказал, а я буду лечить.